Исторический центр города теперь стал центром развития предпринимательства. Дом номер 2 на Солочинском шоссе объединил на своей площадке все организации, которые занимаются поддержкой малого и среднего бизнеса. Это сотни квадратных метров знаний, государственных программ и квалифицированных специалистов, готовых ответить на любой вопрос. Мы следим за социальным наполнением нежилых помещений, которые находятся на первых этажах наших домов. Это и детские дошкольные учреждения, и социальные центры, и медицинские учреждения. В текущем году у нас появилась возможность вместе с правительством Рязанской области открыть в нашем доме, в очень удобном с логистической точки зрения месте, многофункциональный центр. Центр поддержки экспорта для бизнесменов, готовых выйти на зарубежный рынок. Окна многофункционального центра для подачи документов и оплаты пошлин. Гарантийный фонд Рязанской области, выступающий поручителем, если предпринимателю не хватает залога для получения кредита. Центр поддержки предпринимательства, где можно проконсультироваться у профильных экспертов. Теперь все это ждет рязанцев в одном месте. Мы ездили сначала на Восковольтную, потом куда-то еще так по всему городу, пока пробежим, уже целый день занимает. А здесь как бы все в одном, можно сказать, окне, и в принципе время, деньги, оно как бы экономит. В центре предусмотрены и бесплатные образовательные программы. Учебная аудитория оборудована полутора десятками ноутбуков, огромным экраном и видеокамерой, которые позволяют выходить на связь с муниципальными образованиями и федеральными экспертами. А отдельный канал внутренней связи позволяет совмещать очное и дистанционное обучение. Помимо школы молодежного предпринимательства, мы будем проводить здесь различные семинары, тренинги. В этом году запланировано проведение двух больших образовательных курсов корпорации МСП. Это азбука бизнеса и школа предпринимательства. У наших преподавателей будет больше возможностей, чтобы давать сразу практические занятия, которые они могут здесь же применять, и усваиваемость материала будет выше. Государственные программы по поддержке предпринимательства действуют в регионе более 7 лет. За это время у бизнесменов появилось множество друзей, общаться с которыми и делиться опытом теперь станет намного проще. Огромный круг друзей, постоянные тусовки, встречи, мероприятия, выставки, форумы, семинары. То есть и информационная поддержка, и дружелюбное общение, постоянно какие-то новые идеи. Я считаю, что эта площадка в своем роде уникальная в регионе, уникальная по расположению, по оформлению, по комфорту, который мы здесь, скажем так, будем дарить нашим предпринимателям, и то, как для нас этот комфорт организовала компания «Зеленый сад». Первый же день работу нового центра успели оценить десятки предпринимателей. Юные и взрослые, молодые и опытные здесь ждут каждого, кто готов вести свое дело и развивать экономику Рязанской области.